В Ульяновске продолжается масштабная дезинфекция. Городские власти снарядили 126 единиц техники и пригласили 1000 специалистов для того, чтобы убрать коронавирус с наших улиц. В этот раз обрабатывают территории железнодорожного района. Начали с вокзала Ульяновск-1. По словам главы города, место выбрано не случайно. Площадь старого вокзала. Именно отсюда уходило большое количество наших земляков на страшную Вторую мировую войну. Именно эти стены вот этого вокзала видели и возврат наших земляков с победой. Побеждать незримого врага мы продолжили на соседних локациях. Отправились на улицу Пушкинскую и 12 сентября. Далее последовали на Кирова, также не забыли о кольце 3-го интернационала. Железнодорожный район оказался финальным аккордом обязательной процедуры. Протокол стандартный. Профессионалы в защитных костюмах оросили дворы, детские площадки и проезжие части. Обеззаразили тщательно. Дезинфекторы справились с работой за 8 часов. Засвияжий, Север и Центр уже обработали дезинфицирующими растворами. Напомним, санобработка выполняется силами сводного отряда на базе ветеринарной службы, городской и районной администрации, пожарного гарнизона города, МЧС, а также спасательного центра Самары. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.